Сегодня мы, депутаты комитета социальной политики, предоставили возможность желающим выступить. Зачем они идут? Для чего? Как, с какими инициативами, предложениями? Претендуешь? Соответствуй. Не за какие-то эфемерные обещания и мнимые возможности, а за реальные дела люди попадают в общественную палату. Орган, цель которого объединить общественников в мощную, сильную структуру по взаимодействию гражданского общества с властью. Тут эксперты в своих областях. Среди кандидатов в новый состав действующие и бывшие члены палаты. Свежая кровь, конечно, есть. Выбор предстоит сложный и ответственный. Каждому кандидату предоставили возможность выступить с самопрезентацией. Рассказать, почему именно его нужно выбрать и зачем он вызвался в ОП. Что может дать организации и, главное, людям. 46 человек выступали по очереди. Депутаты прониклись пламенными речами. Один из кандидатов высказался правильно о том, что будет ли мандат, будет ли удостоверение члена общественной палаты, он в любом случае будет работать во благо населения, во благо людей, которых она уже на протяжении многих лет, это действительно девушка, женщина, будет работать. Вот таких людей, наверное, нужно предоставлять возможность. Елена Малышева в общественной палате не новичок. Она руководитель комиссии по вопросам семьи, материнства и детства. Работает с семьями, занимается общественным контролем. Вместе с другими родителями отслеживает качество школьного питания. Я планирую продолжить эту работу в общественной палате, поэтому подаюсь в новый состав и надеюсь, что работа комиссии поддержки семьи, материнства и детства будет продолжена. Кандидат в члены палаты Олег Калмыков уверен, спорт и физкультура – отрасль, которая дает позитивную повестку в наше трудное время. А еще это самый выгодный во всех отношениях способ прославить регион. Наши спортсмены известны по всему миру. Мы первые в России начали активную работу по продвижению олимпийского движения в районах. Мы первые начали открывать олимпийские советы в районах. Это возбудило их, это забурлило кровь. И мне кажется, таланты мы будем вот искать в районах. 5 лет общественной палате Ульяновской области. Брошюра в руках Татьяны Твердохлеб настоящего старожила. В составе с 2006 года. Горжусь тем, что 4 документа, принятых в этом зале, разработанных нашей комиссии, мной лично по инициативе и утвержденных. Это 165-й закон, который был о льготах на селе. 65-й ЗО тоже в этом зале был принят, об оздоровлении работников бюджетной сферы. Закон об образовании Ульяновской области, который благодаря многократному рассмотрению на комиссии претерпел 7 изменений. Выбор сложный. Более 2 человек на место. Окончательное решение будет принято 19 апреля на пленарном заседании законодательного собрания. Из 48 депутаты выберут 20-ку в новый состав общественной палаты.